Этой весной в разных городах Беларуси высаживаются новые зеленые аллеи и скверы с именными деревьями. Мероприятие проходит в рамках масштабного республиканского проекта под названием «Парк семейных деревьев», приуроченного к Году Малой Родины. 29 марта первый семейный сквер появился и в Пинске. Наш корреспондент Ариадна Гребенюк побывала на торжественном открытии и узнала, чьи фамилии носят первые именные саженцы. Здесь, на этой зеленой территории, около корпуса Полесского государственного университета, появился первый в Пинске сквер семейных деревьев. Это место было выбрано не случайно. Глубоко символично, что закладка первого парка семейных деревьев проходит недалеко от городского парка, где произрастают деревья, посаженные нашими предками, где 75 лет назад из этих мест началось освобождение нашего города от немецко-фашистских захватчиков. И нам очень приятно, что вы сегодня, посадив дерево, внесете свой вклад в озеленение нашего родного города, чтобы он стал краше, уютнее, привлекательнее. Право перерезать красную ленточку в честь открытия сквера семейных деревьев предоставили лучшей многодетной семье 2018 года Андрею и Василине Коваль и их детям. Первые 10 деревьев посадили небезызвестные семьи нашего города, среди которых семья Игоря Янковского, декана факультета банковского дела Полесского государственного университета. Семья Александра Панова, заведующего отделением реанимации Пинского межрайонного родильного дома. Здесь же мы встретили семьи военнослужащих, сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Идея замечательная, конечно. Спасибо всем, что нас пригласили. Я считаю, эту традицию нужно продолжать. С огромным удовольствием подключились к республиканской акции. Во-первых, для нас это символично, мы очень любим городской парк. И то, что высадка деревьев была в городском парке, в нашем любимом месте, там, где мы любим гулять с семьей. А еще более символично, что мы впервые посадили такое семейное дерево, которое будем с удовольствием, я думаю, долгие-долгие годы прогуливать здесь, наблюдать, как оно будет расти. И становиться с каждым годом все красивее и красивее. Будешь приходить смотреть, как растет ваше дерево? Да, буду приходить. А братик, как зовут тебя? Платон. Платон, ты тоже будешь приходить наблюдать? Как? Да, буду всегда приходить и поливать его. Организаторы мероприятия, Пинский горисполком и Белорусский республиканский союз молодежи, для посадки выбрали клены. Именно это дерево символизирует брачную пару, любовь и удачу. Вот для нас дерево – это символ, символ устремленности к солнцу. А для нас солнце, вот как православных христиан, это Христос, Христос солнце правды, все те истины, которые он проповедовал. Вот в моем понимании, чтобы каждое из творения, то есть каждый из людей стремился к исполнению этих великих истин, которые он оставил. Будем надеяться на то, что данная традиция приживется, и многие другие семьи последуют примеру сегодняшних наших участников нашего мероприятия. И у нас в городе вырастет много красивых деревьев, которые будут приносить радость нашим жителям. Пожалуй, самым важным является то, что в этом семейном сквере каждый пинчанин сможет посадить свое личное дерево по случаю важного семейного события, например, рождения ребенка, бракосочетания или годовщины свадьбы.